Так, в общем, хочется сыграть за своих ребят, которые там у меня партия стоит. Я пока не хочу, пока передохну от них. Вот, кстати, они вот в такого гуманоида превратились у меня. Из обычного такого псионики стали. Это чё? Какие-то злодеи вообще. Страшные. Короче, охота машину создать. Вот, и поиграть на такой галактике. Хочу 1000 звезд, чтобы максимально там кучу разных аномалий было, всего интересного, раскопок. И вообще не ставить никаких империй. Кризисы в конце поставлю и побольше лет поставлю, чтобы это все исследовать спокойно. Исследование вообще, наверное, на автомат поставлю. Так, ну портрет такой вот неплохой. Какие-то странные все, с щупальцами непонятные. Это еще ничего. Пускай такой более человечный будет. Машина. Они у меня будут ученые в науку. Научмашина. Научмашинный. Биография. Так, цивилизация людей вымерла. Вот истощение ресурсов на планете. Какая у них будет планета? Пусть база будет. И на ней остались лишь разумные машины. Которые вышли в космос и начали изучать галактику. Вот. Ученые машины, учмаш пускай будет. Так, какие у них тут есть машины? Индивидуал пускай будет. Странные, конечно. Все равно переименую как-нибудь. Ладно, сойдет. Признаки попозже. Так, родной мир пока не знаю. Так, мир база. Звезда. Какая звезда у них будет? Тринити будет. Система тройная. Так, внешний вид города. Ну, наверное, машина. Пускай такой портрет. Вот происхождение надо выбрать нормальное для машины. Так, объединение это у нас для людей. Услужливые. Это что-то нам не надо. Тепличные тоже не надо. Хотя идеальный мир классно.
Так. Радиоактивный. Неохота. Реликтовый. Классный. Археоисследование. Отпрыски. Созданные в пустоте. Но это на орбитальных поселениях. Я хочу на планетах играть. Не хочу на поселениях. На орбиталках как-нибудь попробовать в другой раз. Надо выбрать что-то, что не пробовал. Ну, кольцо тоже как поселение. На пороге это фигня, это не подходит. Общие взгляды. Вот накопление ресурсов. Если они у меня будут машинным разумом. Хотя я и хочу машинный разум. Мир машин. Этот машинный разум давно собрал все ресурсы своей системы на столичной планете, полностью застроив ее механизмами. Неисправный репликатор. Накопленные ресурсы. Маниакальный ассимилятор. Ассимилятор что, обязательно? Не знаю, воткну. Мир машин. Охота, чтобы мир машин был у нас. Общие взгляды. Колония. Дракон. Подводные машины. Подземные машины. Так, рыцари токсичного бога не могут быть машинами. Так, приразломный, это звездный разлом. Спиритнетический культ, это надо быть этим спиритуалистом, не машиной, органиком надо быть. Охотники за бурями, это новое. Сварщики так себе. 15, родной мир какой-то маленький. Ладно. База, мир машин. Так, правительство самое главное. Машинный разум выбираем. Так, что у меня там? Происхождение, ничего не поменялось. Накопление ресурсов. Нет служителя. Нет... переоснащение. А что это вообще означает? Служитель. Этот машинный разум – наследие недолгого золотого века, элемент системы, созданный для служения упадочной цивилизации, которому удалось пережить своих хозяев. Ну вот он вроде бы такой у меня задумывается. Но он с органическими поселениями, а у меня они задумываются, что подохли. Так, а здесь… органическое переоснащение. Машинный разум перерабатывает избыток органической материи в производственные ресурсы для строительства космических сооружений. Изготовители. Дроны-катализаторы. Пищу в сплавы превращают. Минералы. Не минералы, а пища. Дроны-химики. Понятно. Архитекторы у нас что делают? Этот машинный интеллект генерирует новые виды за счет точных алгоритмов. Он видит своей целью реализацию потенциала эволюции для выполнения своих задач и выделяет секторы своих планет под зоны безопасного развития предразумных форм жизни. Ковчег Генезиса. Планеты, которые колонизировали Ковчег Генезиса. Это колониальный корабль. То есть, получается, создаешь расу и посылаешь. Интересная задумка. Генезисный заповедник. Планетарные свойства. Преображение предразумных рас. Не, ну интересно. То есть, такие это... стоимость терраформирования, скорость терраформирования. Вот это вот прям мощь. То есть, такие терраформаторы. То есть, ну, вообще задумка классная. Вот это архитектора Генезиса.
прям там какое-то дополнение обещают, мега-архив. Я думаю, вот этот гражданскую модель вот эту взять и играть, и архив вот этот собирать будет интересно. Ну, пока по науке пройдемся. Так, выбрать, значит, модели надо. У нас нету. Так, не обладает происхождением накопления ресурсов. Это что? Садоводство. От органических предтеч только воспоминания. Однако их машины до сих пор хранят верность старине. Природа — лучший полигон для воплощения запрограммированного совершенства. Интересно. Так, органическое это есть. Служители, это мы читали, что мы не можем это использовать, модели. Шпионские директивы. Ну, не особо. Не надо, я там себе империи ставить не буду. Хранилище опыта. Жизненный опыт с целью анализа. Единство. Получивших 8 уровень. Так, уровень разведки, это нам тоже не надо. Исследование, взлом кодов. Так, синхронность. Темп исследования физических плюс 15. Самоанализ. 20 инженерных, ух ты. Но пока интересно вот эти два выглядят. Так, робот-строитель у нас что? Стоимость какой-то. Ну, что-то, что не особо мне интересно. Интересно спокойно исследовать галактику. Единство. Протокол исследования. Что там? Главная задача, заложенная в этот машинный разум, опись разновидностей экзопланетной жизни. Стремление исполнить эту инструкцию, он направил значительное количество ресурсов на строительство небольшого флота кораблей, ограниченно способных к подпространственному перемещению. Игра начинается с отставанием по технологиям и инфраструктуре. В начальных поселениях будет на 10 меньше обычного. В начале игры доступны исследовательские судна, 2 штуки, инженерное судно с подпространственными двигателями. Перемещение по гиперкоридорам невозможно, но возможно ограниченное применение прыжковых двигателей. Повышенный шанс открыть новые технологии сверхсветовых путешествий. Так, на 50% больше прогресса наблюдений при слежке за досветовыми цивилизациями. Единство при каждом установленном первом контакте. Не, это что-то такое. Не сильно интересное. Так, содержание. Оптимизация. Лидеры прибавляются, тоже не особо надо. Экстерминатор — это больше про войну, тоже не надо. Блага, директивы, климат, астрометеорологические обсерватории. Угу. Это новое происхождение, этот гражданская модель. Так, за счет энергии лидеров содержать. Мемориалист. Единство производят стражи. Это что-то в высокую империю, наверное, играть или нет? От планет, но меньше размера поселений, районов. Это высокое что-то. Что-то, что я не понимаю. Ассимилятор. Это вот как раз есть, я создавал. Так, единообразие — это единство. Каждый смазочный терминал обеспечивает скорость сбора поселений. Дроны для астродобычи. Так, дипломатия. Пул лидеров. Доступные послы. Возвышение. Стоимость роста планет, эффекты роста.
быстрый репликатор. Скорость сбора, ну вообще здраво звучит. Так, урон армии. Фонд указов. Короче, мне вон те интересные, которые... Вот самоанализ с инженерными и с физическими исследованиями. И самоанализ. Канал научных исследований. О! Вот так вот. Такие мега-исследователи, короче. Происхождение. Так, все нормально. Признаки можно выбрать. Так, я хочу, чтобы они бессмертные были. Это прям стопудово. Наши стальные корпуса способны продержаться целую вечность. В отличие от органического материала, они не устаревают. Стопудово, чтобы лидеры были бессмертные. А даст это всем лидерам бессмертия или нет, я без понятия. Или это только главный лидер бессмертный. Вот это я не знаю. Ну, короче, берем. Так, какая-то машина, собеседник. Минералы. Во, вот это на исследование надо брать. На исследование берем. Так. Адаптивные тела, наверное, вряд ли можно будет. Хотя, не знаю, если... Так, что там? По минус 2, если 3 штуки есть. Раз, два, есть. Нету. Только 2 штуки по минус 2. Так, сверхпроводники, логические движки. Во! Движки можно логические взять. Вот. Теперь роскошные. Так, еще где-то на минус 2 был. Нет? Нет, нету, походу. Значит, логические движки не проканают. Вот широкополосные были. Так, если широкополосные уберут, то что, роскошные исчезают, что ли? А, нет, вот они. Так, если я логические движки возьму, то мне один какой-нибудь нужен. Логические движки беру и один какой-нибудь минус, на минус один. Использование жилья. Ну, пускай содержание роботов будет. О. Так, голос советчика. Так, название государства. Так, как я там название расы давал? Научмашина. Так, флаг. А где у нас машина?
пока черненькие будут, звездочка какая-нибудь. Так, корабль. Ну и лидер, конечно же, главный канал, да? Пускай так. Так, мужик обязательно. Так, ученый. Гениальность. Как всегда, на темп исследований. Так, ну вроде за все, что хотел. Сохранил. Так, попробуем задать галактику. Значит, самую большую. Кольцо пускай будет. Государство убираем. Угасших убираем. Мародерских тоже. Стоимость технологий, все это по минимуму ставим. Традиции, пригодные для жизни миры. Пускай будет максимум или нет. Давай. Пускай тоже мало будет. Досветовые. Можно выключить, можно оставить. Ну, пускай. Минимум будет, чтобы сильно ими не запариваться. Тяжесть кризиса он ставит полторашку, но я ставлю 0.25. Хотя не знаю, если я максимум времени хочу поставить, пускай... Ладно, пускай 0.25 будет, чем мне париться. Все кризисы, так, поперечисляем. Претарианская, это рой, захватчики это... Бестелесная контингенция и королева синтетика. Ну, мы все поставим. Середина у нас... Вот так. 400 лет до середины. 400 до финала. Кризис в 3000 году. 800 лет, короче. Ну, победа зачем нам нужна? Сложность. Пускай курсант будет. Так, нарастание не надо. Агрессивность низкая. Государство случайное, соседи выключить. Гиперкоридоры, вот. Про гиперкоридоры мне как-то сказали, мол, зачем так много? Тебя там уничтожат со всех сторон. Ну давай минимум поставим. Что у нас есть? Поставим минимум, посмотрим, как это будет выглядеть. Запрошенные врата, все это тоже по минимуму тоже пусть стоит. Пригодный мир две штуки. Караванщики. Может отключить, а то они фигней занимаются. Или врата. Пускай будут. Что-нибудь в середине игры там будет совместимость. Это я не помню для чего. Это тоже нам не надо. Здесь, по крайней мере. Или врата пускай будут. Так, потолки роста пускай по бурям. Пускай все по максимуму стоит. Начало, середина, конец. Максимум бурь. Так, а тут что?
И конец прям много будет, перезарядка. Долгая, наверное, перезарядка. Ну и все. Тысяча кольцеобразная, все, поехали. Так, правитель, супербосс, научмашина. Много ученых строить не буду, спешить некуда. Один, наверное, который есть. Все вот, которые есть в одном экземпляре, ученые пускай сидят. Это сейчас на автомат изучения поставлю. Париться не буду выбором, потому что спешить абсолютно некуда. Канал научных исследований. Это у нас гражданские модели. На исследование все. Происхождение накопления ресурсов. Наше главное процессорное ядро обрело самосознание. 487,11 цикла назад на планете под названием База. В банках данных нет сведения о создании нашего вида. Нет даже приоритетных программ, кроме одной единственной – выживать. Мы построили инфраструктуру, ввели в эксплуатацию новые модули и подчинили себе дикую природу этой планеты. Технологии развивались стремительно, и вот уже первые спутники и космические зонды покинули поле тяготения, удерживавшее нас. Впереди финальный рывок в неизведанное. База, поглядим, что у нас там. Сразу на планете, значит. Запариваться особо не будем, что у нас там. Изготовитель. Узел связи. Единство делает. Лаборатория, это у нас наука. Машиностроительные заводы. Он поселение делает. Лимит для планеты 1. Ну и управление. Это у нас что? А, это у нас жилье, координатор. Это у нас производит единство. За энергию. Так. Минералов не хватает. Так, а что у нас по сооружениям есть доступное? Бункеры. Виртуальная площадка у нас что? Единство. Научные лаборатории. Посты стражи. Это у нас отклонения от нормы какие-то. Вот, это как преступность, типа. Склад дронов у нас что делает? Это у нас жилье, типа. Так, сплавы. Узел связи. Цитадель. Ладно, пока тут ничего не надо. По кораблям у нас... по лидерам, по правительству. О. Так, мега наш крутой правитель. Вот эти узлы, я так понял, они бессмертные. Туда в совет особо никого не посадишь. Так, тут все на автомат ставим. Когнитивный узел этим занимается. Так, и лидеры. Вот у нас на данный момент есть что? Управляет из база. Ученый единственный. Сейчас мы его переименуем как-нибудь. Командир и чиновник на планете у нас сидит. Так, что там еще раз? Всех по одному. Кстати, в этот раз у нас правитель не учитывается здесь в ученых. Так, население. Так, надо мне его переименовать.
Так, и ученые у нас. Блин, это консоль. Так, супер ученые. Что у них там по признакам? Лидер бессмертен. Это, ну это, я так понял, на этих распространяется только. На главного только лидера, вот этот перк, который мы брали, признак. Черта лидера машины разум. А эти бессмертные или нет? Скорость изучения. Шанс выхода из боя. Прирост опыта. Ну, короче, нормально. Если помрет наш ученый или сломается, сделаем нового. Так, добывающая. Континентальный мир. А у нас, кстати, мир машин. Так, ладно, давай. Значит, начнем действовать. О, мы на самом краю. Кольцо какое красивое. Ну и по краю пойдем. Ну, наверное, пойдем по часовой вниз. Сначала изучим вот этот отросток. Пойдем вот сюда. Изучать будем. Так, исследование у нас идет все. По идее. Да, все идет потихоньку. Ну и на месте же будем выбирать, уже смотреть. Если где-то раскопки есть, сразу там будем застраивать, сразу раскопки вести. Читаем название аномалии. Странные показатели. Интересно, какая аномалия для машин даст бессмертие машине. Если такая аномалия вообще. Традиции я пока не буду тыкать. Пускай они накапливаются, куча традиций. Это. Пускай копится, растет поселение. Ой, что ты за фигню сделал? Изучаем дальше. Так, может быть, скорость стоит увеличить на быструю. На супер быструю не буду ставить, но так, чтобы побыстрее изучалось. Чтобы сильно большой поток информации не входил, и одним кораблем полетаем. Много не буду ставить кораблей. Так, что у нас по строительству? Можно построить, да, что-то? Ну, допустим, городской район. Точно. И потом поставим... Ладно, минеральные надо будет ставить потом. Так, снести. Это у нас тоже минералы нужны. Это что у нас? Это он типа нужен, я так понял. Так. Изучено, значит, аномалию. Дальше учим. Так, какую программу мы будем брать? Возможности блага у нас дают. А. Это начатые у нас программы. После начала.
Ну, пока что нам не надо, просто единство тогда берем. Так, значит. Как показали наши приборы, эта планета излучает некий необычный сигнал. Это удалось. Это длилось всего мгновение, так что нельзя исключать какой-то внезапный сбой оборудования. Однако тут может крыться и нечто иное. Если будет время, этим стоит заняться. Микросингулярность. Некоторое время назад микросингулярность насквозь прошла через ядро планеты Циполан-5. Обошлось без повреждений, однако в результате энергетические показатели планетарного ядра несколько изменились, что не соответствует существующим научным моделям. Возможно, этот эффект следует изучить более подробно. Я думал, проект какой-то будет. Так, когнитивный. Так, программа совета — это круто, но мы, наверное, гениальность будем брать. Так, дальше изучаем. Так, это у нас наш глава. Гениальность берем вторую. Ух ты, сколько тут объектов. Аномалия, причем сложная. А уровень у нас второй у ученого. Может быть, есть смысл ее оставить. Ух ты. Так, это у нас кто? Стабильность блага. Ну, пускай. Это все берет. Супер ученый у нас что? Скорость изучения нам как раз сейчас надо. Вот вероятность обнаружения аномалии тоже кайфово будет. А кто там еще у нас? Узел роста. Вот скорость сбора поселений нам надо. Пускай будет. Так, урон армии. Ну и пускай берет урон. Газовый гигант. Энберг какой-то. Астероиды изучает. Интересно, вообще возможно, чтобы именно этот ученый прям 1000 лет прожил? Не знаю, посмотрим. Машина вроде как, вроде бессмертная должна быть. Посмотрим, что получится из этого. Ну, будет попирать, будем новых делать, да и все. Замерзший мир. Так, аномалию оставим, наверное.
тут интересное что-то. Звездный разлом. Интересно, у него опыт прибавляется? Да, по чуть-чуть прибавляется. Так, это у нас кто? Так, это у нас чиновник на планете. Ну, прирост, конечно, хорошо. Отклонение от нормы взять, чтоб не было, пускай будет. Вот аномалия, можно изучить будет. Вторая недолго будет учиться. Инопланетная жизнь. Учмаш. Хейрос. Хейрос, это корабль наш так называется. Так, значит, сообщает о непредвиденном открытии, сделанном на космическом объекте Романокс 4. Планета изобилует формами жизни. Впервые в истории мы обнаружили органическую жизнь, родиной которой не является база. Хотя никого из обитателей планеты Романокс-4 нельзя называть разумными, заново пересмотренные прогнозы говорят о высокой вероятности нахождения в галактике органических существ такого рода. Континентальный мир. Простые формы жизни. Протоколы первого контакта. Как мы будем контактировать? То, наверное, нормально, чтобы быстро проходил контакт. С распростертыми объятиями. Никого уж и во вселенной нет тут. А предразумные пускай радуются. Так, адмирал наш. Расчетливость. Пускай хитрости будет. Минеральных райончиков подстроить. Две штуки построим. Потом сплавы. Быстро, кстати, население растет. Это из-за скорости, наверное, большой. Классно, что все открытые ячейки сооружений. Прям. Так, звездный рубец. Ну понятно, все, обнаружили звездный рубец. Изучаем аномалию, как называется. Неопознанный объект. Пускай изучает, потом прочитаем, что будет там.
Так, это у нас кто как когнитивный. Программа света это круто, но мы гениальность получаем пока. Вот, а там две аномалии. Инопланетные письмена. Особый проект. Надо будет перевести, конечно. В ходе исследований на поверхности планеты Романокс Б2 ведущий ученый суперученый с командой корабля Учмаш-Ноуч корабль обнаружил обработанную скалу, покрытую непонятными надписями. До сих пор считалось, что эта планета необитаема. Поэтому для нас загадка, откуда она взялась. Мы собираемся поработать над расшифровкой текста. Что, просто объект на месте исследовать, да? Контакт, останки. Разумная жизнь дразнит своим очевидным отсутствием, гласит передовая статья в новостной сети на планете База. Научмашина в лице своих граждан с юмором относится к тому факту, что предметом общедоступных обсуждений стали низшие формы жизни, а потенциальные братья по разуму с далеких звезд продолжают от нас ускользать. Посвященный недавно обнаруженным следам инопланетной жизни, научный доклад только лишь подчеркнул эту иронию. Так, два на сплавы поставим. Строительство. Геотермальные системы. Размеренный грохот, слышимый с орбиты, происходит из-за движения огромных древних геотермальных экстракторов, работающих на последнем издыхании. Машины, построенные и затем покинутые еще в далеком прошлом, постепенно разрушались, но продолжали выкачивать перегретую жидкость из ядра планеты благодаря своим мощным батареям. Накопительные конденсаторы сломались или потекли, но из них по-прежнему можно извлечь какую-то энергию. Так, энергию получаем, классно. Так что, проектик надо, да? Проект изучаем. Письмена перевести. Так, у нас лимит. И что у нас с жильем будет? В принципе, там есть сооружение, чтобы жилье строить. Вот это нам надо или нет? Их же, в принципе, сносить можно, так что ничего страшного. Ведущий ученый, суперученый, сообщил, что инопланетный текст, обнаруженный на планете Романокс Б2, частично расшифрован. Это памятный знак в честь небольшой межзвездной империи, которая некогда владела этим сектором галактики. Насколько мы можем судить, он был установлен расой, уничтожившей эту империю. В чем она горько раскаивается. С учетом того, что каменные стели выше 300 миллионов лет, ее творцы, скорее всего, также давно вымерли. Наиболее любопытен для нас материал, из которого изготовлена стела. Даже время не смогло ее повредить. Так, получаем опыт. Исследовать дальше давай вот сюда. Так, ученые у нас. Ну, обнаружение аномалии возьмем побольше. Так, тут, я думаю, снести один энергетический район. Во. Построим, значит.
Ну, эти, кстати, жилье дают. Три штуки можно построить. Ладно, пока там деятельность есть. Супербосс. Так, что ему выбрать? Стоимость содержания корабля. Пускай выполнение программы совета будет. Так, там быстро система изучится. Так, лимит что у нас? 15 тысяч. Базу мы пока улучшить не можем. Космическую. Что у нас здесь, кстати? Производит энергию. Верфь. Может снести ее. Пускай будет верфь. Так, новую программу. Недоступные программы. Ну и тогда и не надо нам ничего. Так, аномалия. Причем сложная. Пока у нас не прокачаны. Пускай летит дальше исследовать. Штуки пускай строят. Так, космическая база. У нас тут что? Сервисные кабели. Это у нас что дает? Содержание 1. Пристыковочный корабль. А что нам? Прочность щитов. Дальность действия. Экосимуляция. Может, бункеры пока взять? Давай разберем и бункеры возьмем. Так, флотилия. Первый флот. Так, а его можно отправлять куда-нибудь, да? Так. Давай сюда изучать. Так, узел. О, сборы поселения берем. Так, тоже сборы поселения. Взял легион. Программа совета. Давай на застрельщика возьмем. Так, ну типа посмотрел, никого нету, да? Давай тогда сюда. Континентальный мир 23. Так, ну и три района у нас осталось. Какие-нибудь потом выберем. Тут ресурсов мало везде, смысла нету застраивать. Колонизировать тоже сейчас ничего не охота. Замечена комета. Короче, понятно. Заметили комету, получили немножко единства.
Так. Третий уровень уж прокачался. Быстрее будет изучать. Так, что у нас там за аномалия? Мощное столкновение. Пускай разведывает, а то вдруг какая-нибудь опасность будет для нашего научного корабля. Столкновение с астероидом. Много тысяч лет назад с луной Дельта Тельца 4А столкнулся крупный астероид, богатый полезными ископаемыми. Столкновение было очень мощным, и эта луна несет на себе его следы. Вокруг кратера, оставшегося после столкновения, в изобилии встречаются ценные минералы. Ну, понятно. Так, здесь изучим. Сюда как добраться? Ну так поинтереснее по гиперкоридорам тыкать их поменьше. Где-то можно как-то обороняться, не знаю, но я не так много играю, чтобы прям грамотно использовать это все. Слабый сигнал. Так, аномалию изучаем. И тут, кстати, что-то я не изучил, что ли. Так, эти на верфь отправим. Слабый сигнал. Древняя спасательная капсула. На низкой орбите вокруг планеты Мууги-1C была обнаружена брошенная спасательная капсула, покрытая окалиной. Вероятно, она пострадала при взрыве материнского корабля. Судя по данным сканеров, ей свыше 5000 лет. Команда корабля «Учмаш» «Научкорабль» вскрыла капсулу и обнаружила внутри высохшие останки рептилоида в парадной униформе. В когтях он сжимал небольшое изображение существа той же расы. Возможно, это был супруг или почитаемый лидер. Такую аномалию частенько встречал. Помню, читал. Так, деятельности 8, это прилично. Пока ничего строить не будем. Так, а чё я приказы не отдаю? Ну-ка давай-ка аномалию изучать. Так, тут у нас признаки жизни. Так, куча влияния, говорит, надо куда-нибудь потратить. Ну пока мне как-то по барабану.
принципе, вот здесь много ресурсов, да и планета есть. Пока неохота париться. Фауна астероида. 8ФВТС-8 является объектом исследования, которое проводит корабль «Учмаш» «Научкорабль». Как ни удивительно, команда обнаружила на астероиде признаки жизни. В толще камня, изъеденной туннелями, скрывается целая колония червеобразных скалоедов. Эта уникальная форма жизни вполне приспособилась к низким температурам открытого космоса. Отлично. Дальше поехали сюда изучать. Кстати, насчет традиций на изучение, думаю, точно возьмем. Так, скорость изучения. Так, тут что? Размер пула, прирост опыта. Так, стремление брать какое-то нет, не знаю. Мехромантия — это у нас что? Общая судьба. Прирост опыта. Редкие технологии. Добрать, наверное, пускай будет. Так, указы. Может быть, взять что-нибудь на ученых. Скорость изучения и вот и вероятность аномалии. Мы вот это возьмем. Прирост опыта лидера тоже возьмем. Так, а субсидии ученым что тоже можем, да, взять? Пускай будет. Дальше. Туманность. И на Рим какая-то. Так, что-то я думаю по флотам. Корабли. Которые у нас есть. Так, что мы можем добавить? Можем фрегат добавить. Пускай по 5 штук будет. А что он тут изучил так быстро? Так, как аномалии у нас тут называются? Странные показания. И тут что? Древнее укрытие. Интересно. Может, раскопки какие появятся? Discovered.
Ты, две аномалии уже. Когнитивный узел. Так, советник, темп исследований или навык археолога. А это что? Всем дает навык археолога? Ну давай возьмем. Так, аномалии причем тоже сложные. Пока оставим, еще немножко надо прокачать нашего ученого. О, энергия, кстати, в минус пошла. Так, тут кто у нас? Дрон-техник. Ну, вроде заняты все. Значит, можно строить еще район. Один поставим пока. Дальше поехали. Что по флоту у нас? Почему написано 5 из 8? Ну-ка. По 10 можешь сделать. Пускай делаются. Из-за кораблей, кстати, содержание увеличилось. Так, чиновник это у нас на планете. Отклонение от нормы берем. Яркая паутина. Надеюсь, несложная. Так, а тут опять столкновение, то же самое. Давай изучаем. Скоро 4-й уровень будет. Я думаю, уровня на 5-м можете его уже пускать. Электрическая жизнь. Ведущий ученый, суперученый доложил, что планета Лоргран 7 от полюса до полюса покрыта сетью электрических импульсов, напоминающих паутину. Сеть реагирует на внешние раздражители. Корабль Учмаш Науч корабль попробовал отправить импульс низкого напряжения на поверхность, что вызвало волну света, прокатившуюся по сети как
по печатной плате. Еще более интересно то, что паутина перестраивается. Второй импульс выявил, что нити образовали новый узор, сосредоточенный вокруг того места, где предыдущий импульс контактировал с поверхностью планеты. Суперученый сделал вывод, что это открытие подтвердило его давнюю теорию. Жизнь может существовать почти исключительно в виде электрических импульсов, не зависящих от клеточной или вирусной структуры. Так, прокачался до 4 уровня. И кто у нас будет? Скорость — это, конечно, отлично. Но вот вероятность обнаружения аномалии — это будет кайф. Берем вероятность. Сверхсветовое столкновение. На поверхности небесного тела Лоргран 4А заметен глубокий кратер, образовавшийся, судя по всему, в результате столкновения со звездолетом. По размеру кратера можно сделать вывод, что примерно 10 тысяч лет назад Луна по неизвестной причине столкнулась с кораблем, выходящим из гиперкоридора на максимальной скорости. Учмаш-научкорабль уловил на месте крушения подпространственные отголоски, которые могли остаться после разрушения поля гиперчастиц, однако подтвердить эту теорию невозможно, поскольку звездолет полностью разрушился при ударе. Дальше погнали. Так, супербосс. Скорость терраформирования классно звучит. Давай скорость терраформирования возьмем. Так, это у нас что, адмирал? Восстановление обшивки брони. Осмотрительность. О, дальность действия — это классно. Давай возьмем. Или ремонт взять. Осмотрительность. Так, 10-10 у нас. Изучил, и раскопки есть. Угу. Значит, сюда надо строить пост. Так, этими пролетим. Этот поизучает пока. Так, где там у нас раскопки? Газовый гигант. На газовом гиганте раскопки. Станция возле газового гиганта. Интересно. Так, навык археолога плюс один. Скорость изучения. Исследование разломов. Эффект управления родной планетой. А где у него написано родная планета? А вот база. Так, а раскопки завершу, наверное, разбирать буду, не знаю. Хотя подожди,
станцию поставим. Поставим. Изучил. Давай на раскопки. Открываем немножко. Океанический мир. С раскопками там. Дворец удовольствий. Станция возле газового гиганта. Ныне темные и безжизненные внутренности космической станции вполне удачно скрывают тот факт, что она, судя по всему, была задумана как нечто вроде роскошного дворца удовольствий. Среди практически бесконечных рядов ржавых игровых автоматов, сотен заброшенных баров и ресторанов лежат тысячи тел. Повсюду можно найти мертвых, частично мумифицированных инопланетян, как минимум десятка разных рас. Но в основном тела скопились вокруг пустых отсеков, где были аварийные капсулы. Это действительно удивительно. Так, это у нас что? Ежемесячное влияние. Пускай будет. Так, узел роста. Скорость развития колонии. О, скорость реформирования. Это классно. Страж. Ну, возьмем страж. Так, неизвестная сущность. Первый контакт, причем злодей какой-то. Надо уплывать. Кто это у нас? А, это облако какое-то. Да чтоб тебя. Ты паузу-то мне не снимай. Надо быстренько улепетывать оттуда. Сваливаем. Вот, зато разведали. Контакт будем налаживать. Пускай налаживается. И полетим дальше. Так, раскопочки. Примерно 1000 лет назад эта заброшенная станция, известная под названием «Звездный лепесток», была, очевидно, знаменитым роскошным курортом в данной части галактики. Каждый год небольшая флотилия буксировщиков перемещала станцию в какое-нибудь новое экзотическое место. Но, похоже, планета
Минок-1 стала последним пунктом назначения. По неизвестной причине станцию затянуло в атмосферу газового гиганта, где она и получила критические повреждения. Главное вот научному не натыкаться на такую штуку. Ничего там, 4000 мощь. А у нашего что, 1000 только. О, сверхбуря. Ничего себе, что это такое? Сверхбуря прям. Так, космическая буря, тип сверхбуря. Гиперган. Абригош. Разрушительные последствия в колониях. Так, это все понятно. Угрозу для наших колоний, флотилий. А что она дает? Ага. Опустошение. Становление обшивки щитов отключается. Урон наносит. Так, давай дальше полетим. Еще на планете у нас глянем. О, можно улучшить. Так, ну и что я думаю, строить или не строить? Энергетические еще райончики. Или на единство потратить. Ладно, снести потом можно будет все равно. Вон, пока ничего не буду строить. Тут тоже будем. Причем, наверное, ее центр, а не. Ну да. Это маленькая такая буря. Так, супер ученый. Что ему дать? Длительность пропажи, дальность гиперкоридоров кораблями, шанс выхода из боя, здоровье корабля. Вот, наверное, вот это протокол безопасности взять, чтобы у нас беспокоился побольше о себе. Так, пускай продолжают. Читать особо не буду. Понятно, там какой-то сгусток энергии. Полным ходом, короче, буря идет. О, раскопки. Последние дни археологи, работающие на звездном лепестке, собрали достаточно подсказок и фактов, чтобы нарисовать вполне четкую картину последних дней станции. В станцию врезался блуждающий астероид, отбросивший ее на орбиту, двигаясь по которой она переместилась в атмосферу планеты Минок-1. Двигатели станции не смогли произвести нужную корректировку курса, и вскоре командование отдало приказ об эвакуации. К сожалению, аварийные капсулы станции были рассчитаны на эвакуацию лишь части пассажиров, и вскоре началась массовая паника. Те, кого не затоптали до смерти, погибли после отказа систем жизнеобеспечения станции по мере ее все более глубокого погружения в атмосферу газового гиганта. Сколько исследовать, ё-моё. Интересно, когда-нибудь можно это доиграть вообще?
платформ построить, что ли? Так, раскопки завершены, ты говоришь. Тогда прочитаем. О, артефакты. В общем, надо оставлять эти кусочки. Так. Сердце пульсара. В надежных сейфах, где самые богатые клиенты Звездного Лепестка хранили свои личные вещи, удалось обнаружить множество странных артефактов и ювелирных изделий. Возможно, самым примечательным среди найденных предметов является сердце пульсара, уникальное бриллиантовое колье, довольно известное в свое время тем, что его носило 5 разных глав государства. Древний бастион. Куча артефактов, куча энергии. Отлично. Ученый что, прокачался? Аж 5 уровень. Так, ну и дальше изучать. В эту сторону. Что там? Есть вещи, которые с нами лучше не связываться. Так, что тут все спокойно, безжизненный мир. Пускай дальше разведку ведет. Так, что там на планете? Жилья пока хватает. Ну, построить, я думаю, на энергию надо. Так, аномалия изучаем. Называется вооруженный корабль. Так, а какие решения у нас есть? Так, гордость Нефри. Вооруженный корабль, найденный брошенным на орбите планеты B43-800, называется «Гордость Нефри». Его легкий каркас и оборудование для повышения маневренности указывают на то, что он был построен для миссии дальнего патрулирования, но впоследствии переоборудован в стратегический бомбардировщик-невидимку. Судя по записям корабельных переговоров, его сбил и захватил партизанский отряд мятежников, когда он направлялся для нанесения удара по секретному комплексу под названием «Лаборатория Эван» или «Зван», где якобы содержалось оружие настолько мощное, что позволило бы им выиграть войну. Мы извлекли из навигационного компьютера координаты места назначения корабля. Так, особый проект. Конечно. Так, где этот проект? Так, аномалия не то. Изучение облака. Это, кстати, надо. Это что? Ригель. Это сюда надо. Так, что там, как называется? А, да, это там лаборатория. Значит, летим туда. И заодно поставим изучение облака.
Так, где-то бета-триггель. Изучить систему. Так, ну энергосеть, конечно, надо строить. Цитадель. Цитадель, кстати, лимит для планеты не один. И, значит, много можно строить. Но это точно. Энергосеть надо. Так, встреча какая-то. Хорошо, что не злые. Тюйон Орд. Я помню эту систему. Это с амебами. Так, раскопки. Это где? В Ригеле. Значит, будем строить сейчас форпост. Так, вернем пока наших ребят обратно. Строим форпост. Так, ну и проект, конечно. На минуточку, уже 35-й год. А исследована вон какая малая часть. Загадки в пустоте. А, это про Void облака у нас. Возможно, Void облака являются одними из старейших сущностей во Вселенной. По-видимому, они возникли всего через несколько миллиардов лет после появления материи в первичном. В привычном нам виде, когда огромные силы, действовавшие в молодом космосе, формировали нечто из ничего. Когда-то они могли стать звездами, но не стали. Объяснить их очевидный животный интеллект сложнее, но ответ, возможно, связан с аномально сильными электромагнитными полями, которые удерживают их от распада. Еще одним признаком их зарождения до начала всего сущего. Не исключено, что времени было достаточно, чтобы странная звездная пыль и гравитационные поля, постоянно перемешиваясь, сложились в некое изменчивое подобие нейронных проводящих путей или компьютерных схем. Кроме того, эти облака, похоже, принимают импульсы друг от друга, а то и общаются напрямую. Хотя их и разделяют световые годы, есть подозрение, что какую-то роль в этом явление играет квантовая запутанность. О, это мы впечатляюще берем, конечно. Так, сейчас он проект исследует. Невидимая смерть. Наши исследователи вернулись из лабораторий
Зван целыми и невредимыми, захватив запись с камер наблюдения комплекса. На ней видны ученые лаборатории. Они лежат, связанные по рукам и ногам, а партизаны открывают контейнер с оружием. Но к их разочарованию тот оказывается пуст. Несколько минут спустя мятежники уже лежат на полу, извиваясь в агонии. Их тела покрываются темными пятнами, затем кожа лопается, и из ран выплескивается серое вещество, не поддающееся идентификации. Вещество увеличивается в объеме, поглощая повстанцев, пока один из ученых не активирует аварийную систему безопасности. Спринклеры заливают комнату жидкостью, и прошедший через нее электрический разряд убивает все живое. На этом запись обрывается. Наш экипаж может подтвердить, что контейнер действительно был пуст. Так, когнитивный узел. Так, новые миры. Разгон. Пусть навык археолога увеличивается. Ладно, на этом остановлюсь. Классное начало.